Всем привет! В этом небольшом видео я расскажу о том, как вкусно приготовить утку или какую-нибудь другую пернатую дичь, а заодно сохранить ее на довольно большой срок. Это особенно актуально в теплое время года, потому что все мясо быстро портится. Первое, что мы делаем, это быстро подготавливаем тушку, это ощипываем ее, удаляем внутренности. После этого полезно ее посолить, покрыть каким-нибудь слоем масла, допустим, растительного, и поперчить там, обложить луком. Такая процедура, это и улучшит и вкус мяса, и сохранит его на долгое время. Следующий этап, мы изготавливаем вот такой своеобразный шампур. И с помощью него можно будет и приготовить, и еще значительно повысить срок хранения этого продукта. Дальше нам понадобятся ветки. Желательно выбирать прямослойные, без сучков. Очень хорошо подходит лещина, ива. Вот эту часть, которая будет контактировать с мясом, мы с нее счищаем кору и дальше расщепляем сначала на две части, а потом на четыре. Вот так это делается. Это очень удобно делать ножом с таким клиновидным, с клиновидными такими спусками, типа сканди. Они очень хорошо расщепляют древесину, причем делают это легко по прямой. В общем, желаю приятного просмотра. Надеюсь, кому-то это будет полезно.